Ну вот, в общем-то, и испытали мы нашу волокушу. Что можно сказать? Работает она классно, но не на все 100%. Что стало понятно? Ну, во-первых, вес. Для того, чтобы эффективно срезать неровности, эта штука должна весить, ну, хотя бы килограмм 150-200. Вот, тогда она идет и уверенно поднимает грунт. Второй момент, то, что я буду переделывать, это вот эти лыжи. Спереди они абсолютно не нужны, они мешают. То есть, если бугорок попадает вот посередине или сбоку, он классно срезается. Если же он попадает под лыжу, то волокуша поднимается и переезжает его. То есть это неудобно, приходилось несколько раз проезжать по одному и тому же месту. Ну, а так, в общем-то, эта штука работает. Нужно будет небольшую доработку сделать. Крепление для утяжеления, то есть, чтобы какой-то груз. Я подумаю еще, может, шлакоблоки или еще что-то, чтобы можно было ставить на нее. И убрать вот эти лыжи. Крепление отсюда перенесу вот сюда, в это место. Я переживал, что она будет утопать в грунт. В грунт она не утопает, поэтому можно смело крепить вот сюда. То есть даже хорошо, что она будет немножко вниз углубляться.